6 лет. Именно столько Галина Николаевна живет с сахарным диабетом 2-го типа. Она признается, за это время появились проблемы с ногами и зрением. Мы уже преклонного возраста. Вот я, например, не могу читать толком. У меня один глаз уже не видит. Поэтому трудности, конечно, большие с этим диагнозом. Диабет – сложное хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. 2-й тип заболевания считается приобретенным. Поэтому тем, кому поставили этот диагноз, необходимо тщательно следить за своим питанием. Яблоко любое, красное, зеленое – это углевод. Всегда все говорят, вот, кушайте зеленое, оно не повышает сахар. Нет, это все неправда, просто в нем немного поменьше. То есть оно покислее, но все равно яблоко всегда повысит сахар. Об этом и не только расскажут в школе здоровья. Занятия проводят врачи Одинцовской областной больницы. На этих занятиях мы обсуждаем самоконтроль, значит, о гипогликемии, все рассказываем о сахарном диабете, об осложнениях, о питании, о заботе о ногах. Сегодняшняя лекция, знаете, просто произвела очень хорошее впечатление о враче, об отношении, о внимании. Вот все вот эти пособия, все было подготовлено. Ну, для тех, кто даже что-то знает о сахарном диабете, но не настолько глубоко. Вот именно было объяснено с разных позиций, с разных сторон. Мне лично очень понравилось. Все по полису обязательного медицинского страхования. Стать учеником школы здоровья может каждый. Возможностей записаться много. На приеме у эндокринолога или терапевта, через региональный портал госуслуг или инфомат поликлиники по номеру 122. Занятия проходят с понедельника по пятницу с 12 до 14 часов. Карина Гиряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».